такую погоду хочется бросить все дела и поехать на пляж загорать и есть мороженое. Но четверг не суббота, поэтому продолжаем завидовать всем, кто в отпуске, и ждать выходных. 17 мая в Сарове ясно, утром плюс 14, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Ночью плюс 16, ветер западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачно, утром плюс 16, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24, ночью плюс 17, ветер западный до 2 метров в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В столице в течение дня ожидается небольшой дождь. Утром плюс 14, днем до 24 градусов тепла, ночью плюс 16, ветер южный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.